Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Где мы с вами находимся? А мы с вами находимся на языческом капище. Посмотрите на этот интересный жертвенный костер. Взгляните сюда. Посмотрите. Видите вот эту крупу? Вот эта крупа. Это часть подношений. А вот посмотрите, какие интересные монетки. Посмотрите на эти монетки. Сколько здесь разных монеток. Видите, есть и новые монетки, есть и обугленные, сгоревшие. Посмотрите, пшено для подношений, монеты для подношений, саморезы, гвозди, иглы, булавки. Все, что вы видите, не всегда является чем-то вам понятным и знакомым. Иногда за этим предметом кроется сложный ритуал. Поэтому не берите в руки такие предметы. Очень часто они несут в себе непонятные для вас энергии, не всегда благоприятные. Вот так.